решили повесить бра. В общем, мне света мало. Пользуюсь вот этой вот лампой. Утром, когда темно, мне нужно, чтобы свет светил весь то. Решили повесить бра. Какую-то чертугу жирную провел. Надеюсь, ее видно не будет, да? Нет, она будет видна. Сейчас будем пылесосом пыль сосать, когда будем сверлить. Вернее, муж будет сверлить. Я-то уж так здесь сбоку припеку. Группа поддержки. Так. Что тут? Еще не готовы мы, да? Пока не готовы. Главное не ошибиться в размерах. Ой, что было все. Этот цветок таскаю из угла в угол. Чтобы было все ровно. На этот раз. Да? Так, включаем. Подожди. Давай я с этой стороны, ты туда проходи. Подожди, сейчас я включу. Поехали. Конечно, нашу работу. Как же? Пылесос убираем. Сверлить больше ничего не будем сегодня. Ну-то. И вот этот бра повесим. Ну, может, он не совсем подходит. Ну, а с другой стороны, почему бы и нет? Подходит. Ой, к рамке. А что тут клеммы-то отвалились у вас сегодня? Я ее сломала. Клемма-то отпала. Ну, это ничего, это же поправимо. Свалилось все у меня. Это поправимо. Ну, хорошо, а то думала, все, зря дырки сверлили. Ой. Соседи опять немножко попугали. Ничего их не попугаешь, их попугаешь. Пулеметом. И то только большим. Пулемет. И то большим. Ну вот муж повесил вот этот бра. Ну, просто когда я крашусь, вот верхние эти споты, как-то они светят сверху, и мне не видно. Приходилось, ну, к компьютеру подключать вот эту вот лампу. Из фикс-прайса. Говорю, вот бра все равно там мамин остался. И думаю, ну что тут, пусть будет здесь. Ну, в общем-то, подходит. Ну, тут за цветочком. Ну, мне только, чтобы вот краситься как-то удобней, чтобы в лицо свет падал. А я пришла из магазина. Все тут уже, что-то у нее сначала не получилось там. Ох, с этой, ну... Брат уже давнишний, собственно говоря. Муж пошел отгребать машину. Снег все идет и идет. Ну, кое-что нужно перевести. Вот. Ну, а я купила морковь, пасту томатную. Буду тушить капусту с
Свекла взяла, ну, капуста вилок. Вот эти нашла наконец-то коровку свою любимую, конфеты мягкие, прям хорошие. А то не было. Купила какие-то вот такие вот конфетки. Ну, они как птичье молоко, парфе. Вот, ну, там какие-то три полоски, три слоя. Ну, вот такие суфле. Ну, ничего, так себе. А то Каркунова уже съела, шоколад весь съела. Что-то у меня напало на сладкое я вообще. Вот такие дела. Ну и что? Вот здесь вот гардину сняли, сменили на свою, потому что здесь была двойная. Мне же нужно одинарный повесить занавеску одинарную. Хотя у мамы тоже что-то одинарное висело, но вот так. Там кривоватенько. Ну что, хотела вот это сменить, а там крепление, ну, другое, если вот это вот сменить, только штору. И, ну, вот эти вот дырочки тоже не подходят под крепление то, и поэтому, ну, не стали уже менять. Пусть будет вот эта штора. Не захотела я уже, чтобы тут сверлить. Не захотела. Все. Пускай так остается. Купила еще вот окорочка. Буду делать. В мультиварке я их мужу на работу. Капусту потушу. Ну, вот такие вот сегодня какие-то все дела. Дела. И вот занавесочку надо повесить. А он занимался плинтусами. Плинтус там в прихожей немножко отвалился. Ну, там же вот кабель прокладывали. Что-то там отвалилось. Стены-то такие. Господи, где песок, где чего? Где хорошо держится дюбель, вот забивается, где плохо. Поэтому, ну, сделал вроде бы все нормально. Что он вот это бра повесил. А, сейчас покажу еще. Еще покажу в ванной. Ой. Включу свет. А вот полочку вот эту вот повесил. Тоже же просверлили. Болтик надо было вкрутить. Вот. Вот эта вот штанга мне нравится. Вот что мне нужно было. Вот чтобы вот душ, он вот так поворачивался. А то тот вот бил прям туда чуть ли не в стену. И поэтому мне это не нравилось. Вот. Сегодня ванну начистил. Он тут сверлил, конечно, все нападало. Вот такие вот дела. Ну и вот такое вот здесь зеркало. Эти корзиночки я поставила. Что-то все зеркало забрызганное. Ну, вот все здесь такое маленькое. И шкафчик-то маленький. Не то, что у меня там был. Да у нас же еще была полка на той стороне, на одной, на другой. В общем, все везде завешено, заставлено. Вот. Ну, тут вот так полотенце. Фен я сюда подвесила. Вот, кстати, мамин фен. Вот он складывается удобно. И такая вот штучка. Там свои все в ящик сложила. Вот так вот. Ну, а здесь вот это моя гардина с той кухни. Она вот толще вот эта вот перекладина. И кольца в ней побольше. Ну, в общем, и свою занавеску, она у меня была такая большая. Там такое было кружево широкое. Вешать я ее здесь не буду. Я купила другую. Ну, попроще, поменьше, что ли, она. Ну, посмотрю, как будет. Потому что кухня маленькая, придется ее как-то даже вот собирать с одной стороны. Потому что когда столешницу сделают, она будет до подоконника даже. И некуда будет ее заправить так туда, за шкаф. Поэтому вот так вот. Ну, а за... Ой, сейчас съела яблоко, и ж прям вот и кожуру не могу никак. Кстати, яблоки очень вкусные, такие желтенькие, не очень большие, но вкусные, сочные, удивительно. Я думала, они такие будут суховатые, а нет,
кожура вроде бы так местами вялая была, но вкусные яблочки. Ой, что я говорила. Ну, в общем, занавеску я, скорее всего, завтра займусь ей. Муж уйдет на работу, и я уже буду белье там гладить и повешу заодно занавеску. Ну, сегодня как-то переживем. Хотя вот эта вот штора, ну, ее ж не закроешь. А так вот все открыто, я как-то не очень-то люблю. Ну, вечером-то, естественно, эту вот штору закроем, ту рулонную. Вот. Ну, там впереди, в общем-то, у нас дом далеко. Ну, если свет включить, конечно, все видно. Ну, там кухня, в общем-то, что там смотреть? Не спальня же. Вот. Ну, все, пойду сейчас переодеваться. Одену, надену платье свое домашнее и буду готовить. Ой, девочки, решила выпить чаю. Сделать перерыв. Поставила курицу тушиться в мультиварке. Взяла две коровки. Как в той рекламе. И пусть весь мир подождет. У меня, короче говоря, технический перерыв. Вот, решила чай попить и включить что-нибудь на компьютере, посмотреть. Вот, да. А затем продолжим дела. Муж пока уехал, он приедет, скажет, я обедать хочу уже. Вообще-то время второй час. Ну, наверное, через часика-полтора пообедаем, я так думаю. Вот. И что-то я уже устала. Сходила в магазин, притащила две сумки. Я вам даже не все показала как-то. Ну, что я там... Ну, все, в общем, такое. И все тяжелое. Картошки еще взяла, капуста вело. Какой-то он небольшой, но такой тяжеленный. Ой, говорю, еле притащилась. Ну, муж у меня здесь весь в делах. В общем, так. На улице тепло, хорошо, но под ногами, конечно, очень так все не чищено, не расчищено. Мы вчера с мужем гуляли, там вот тропинки на центральной как-то дороге, там расчищены. А у нас вот здесь вообще ужас, ходим по тропиночке, по узенькой. И дорога, вот которая от нашего дома, вот к той дороге, вообще не расчищен. Просто какая-то там вот каша. Идешь, как пьяные, ноги все вязнут, и машины едут, и люди идут, и, в общем, ужасно просто. Ну ладно, пока буду пить чай. Ну все, муж привез тут коробочки, вот корзинки. Что тут у меня? Подсвечники какие-то вот всякие. Матрешки, это все, что у нас из стенки. Мы вчера там заходили, вчера не стали уже везти. Говорю, завтра, ладно. Коробки, сейчас книги там, ну, кое-что, что в стенку можно разместить. Надо же постепенно свои-то вещи укладывать как-то. Что, к чему есть место?